Всем привет! Сегодня буду печь яблочный пирог. Нам понадобится 3 яйца, стакан сахара, яблоки. Вот я нарезала 6 штук, уже их очистила и нарезала вот на такие дольки. Так, 150 миллилитров растительного масла без запаха, 50 миллилитров молока, сода пищевая, 300 граммов муки. Два яблочка вот так вот дольками я порезала. И одно нам нужно будет, скажу куда потом, в серединку мы его поставим. Так, теперь значит, что мы делаем? Яйца мы взбиваем с сахаром. Добавляю сразу соду. Вот столько. И взбиваю. Взбила вот до такой устойчивой пены. Теперь вливаю молоко и масло. И еще взбиваю. Теперь в два этапа добавляем муку. Муку можно перемешать лопаточкой или миксером на медленном ходу. Сначала немножко так, чтобы не пылило сильно. Добавляем порезанные яблоки, перемешиваем и выкладываем в форму, выстеленную пергаментной бумагой пекарской. Так, выложили в форму. Форму вот у меня 28 сантиметров в диаметре. И значит, что теперь делаем? Вот эти яблочки дольками для украшения. А вот это маленькое я положу в середину. Вот середина же всегда плохо пропекается. Вот чуть-чуть смазала растительным маслом. Почему? Вот положили мы его в серединку, вот так, да? Потом, когда уже вот он простоит, пирог, минут 30 в духовке, яблочко вот это можно будет вытащить, и серединка легко пропечется, дойдет. Ну, теперь украшаем яблочками, вот дольками. Отправляем выпекаться в духовку на 180 градусов, примерно минут 40-45. Итак, пирог у нас испекся. Вот такой вот он получился. Большущий, пышный, румяный. Яблочко я вот вытаскивала. Вот так у меня серединка пропекалась еще там.
Вот, вытащил, и там все хорошо так пропеклось, нормально. Вот, и получилось еще печеное яблочко. Бонус. Вот. Сейчас попробую разрезать я его. Остывший пирог можно посыпать сахарной пудрой. Я вот уже посыпала, разрезала. Вот такой нежный, мягкий он получается. Очень вкусный. За счет вот яблочек он вообще такой получился, как бы сочный такой. Ну, не то что сочный, но такой как бы бисквит немножко влажный получается. Вот за счет яблок и, наверное, за то, что, потому что еще туда идет растительное масло. Вот. Получается очень нежный, вкусный пирог. Всем рекомендую. С вами была Наталья. Всего вам самого доброго. До свидания.